В Сочи открыли российский инвестфорум. Участие принимают более 4000 делегатов из разных стран мира. Организован ряд заседаний, деловых встреч и конкурсов. Ожидается, что объем и количество подписанных соглашений на форуме этого года будет значительно выше, чем в прошлом году. Тогда, напомню, было заключено 255 соглашений на сумму более 720 миллиардов рублей. Инвестфорум Сочи – это российский инвестиционный форум, и он дает прекрасную возможность, во-первых, услышать другие регионы, их успешные практики, для того, чтобы мы могли использовать их в нашей работе. Во-вторых, это прекрасная возможность встретиться с иностранными инвесторами, провести переговоры, соответственно, обновить на текущую ситуацию, текущие позиции и двигаться дальше. Наша делегация планирует целый ряд встреч. Одна из принципиальных – это знакомство с агентством стратегии. Инициатив. Мы сегодня сверяли с ними наши планы на этот год, предложили совместить форсайт с форумом, с проведением форума в республике, получили, я думаю, обратную связь очень хорошую. Также планируется проведение ряд встреч с крупными компаниями, с такими как Евромани. Вчера у нас была встреча с компанией Синагидро, где они нам рассказали о том, как идет работа по разработке технологической части мостового перехода через реку Лена. И сегодня у нас будет еще несколько встреч с разными компаниями. И я думаю, это даст тоже определенный толчок для дальнейшего сотрудничества.